Ну что ж, здравствуйте, дорогие товарищи. Я получил ключик на закрытую альфу Versus мода. В общем-то, сейчас тут все вокруг него и вертится. Ну и, собственно, и пошли. Чё тут сильно думать-то? Ага, только нужно поменять. Во-первых, героя какого-нибудь. На самом деле, отличный герой, мне нравится. А во-вторых, надо кейбиндингс немножечко поменять. Это Space. Это Shift. Мне так больше гораздо нравится, поэтому... Так, дальше что у нас там еще есть? Weapon Special. Мне неудобно до V тянуться. Я поставлю на G. Вот, так, social will, это хорошо. Эмоциональное U, ну пускай U так и остается. E use, отлично. Wild potion only, это окей, это для того и сего. Expect heroics, Q catch up to heroes, что-то такое непонятное. ME inventory, C spoils of war, всякое, все. В остальном... А, вот, push to talk. Пускай это будет... Push to talk. Вот как раз-таки пускай будет V. Раз мы уже его поменяли. Apply. Да. Таленты. О, тут можно все сразу и запихивать, потому что 35 уровень внезапно, да? А как ты у меня? Вроде как первый уровень, а не 31. Ладно. Что там у нас? Па-па-па-па. Вот. На русском нету, да, я так понимаю, все-таки. В виде... Так. Или это надо будет менять потом? Ну ладно. Не так страшно. Давайте к талантам перейдем. Давайте вот это вот. Overcharge. Давно я это не играл, на самом деле. Да, с простыми карьерами. Так. 50% дэмэджа уходит в оверчардж. Окей. Уменьшает урон. Вентинг. Окей. Угу, это хорошо. А давайте вот так вот. Все-таки. Угу.
И вот тут вот выбор такой получается. Давайте вот так. Чё там уже? Ничего тут особо нету. Пойдем. Так, я не понял. Я же сохранил. Jump on me. Нет, просто shift. Можно shift. Вот она, shift. Delete. Ай, блядь, а как удалить? А, ну пускай будет делить что-то. Ага, ну все, поехали. Давайте посмотрим, сколько вообще людей сейчас что-то делают. Эквипмент. Мне нравится это. Но давайте уже. Сколько там ждать вас? Надо. Я ж вроде и обновился, и все дела. О, о. А прыгать здесь не дают. Помним, любим. Наверное, звук надо было поуменьшить. Так, танк, атакующий и скрытник. А это у нас кто? А это у нас тоже скрытник. Выйти надо, точно.
и сгорел на работе. Да, да. Ладно. Все забавно. Так, ладно, давайте Warfire. Срово. Так, откуда я могу заспавниться? Так, ну я вот же. Это. А, это я, блин. Горю-то. Ни хрена себе, так оно сгорает. Я топлю. У меня такое ощущение, что ты спавнишься, а потом тебя как бы как будто горишь. Система, блин. Так, мастер. Подожди, это как-то вообще по-другому. Убили. Вообще непонятно, но ну, допустим. Ага.
Так, вот тут вот кнопки не хватает. Клаймбинга. Да. Как это работает теперь? Что-то новенькое, в общем. Блин. Ничего себе. Поменяли. Или как это работает? То есть еще больше зарандомайзили карты. Фига себе. Они ждут, мы ждем. Ну тут прям действительно Left 4 Dead начался. Ну? Девять. Короче, не это самое. А, блин! Красавчик. Look, Shalia's gifts. Corpses everywhere. The smell of them burns my stomach. Oh,
О, пардон. Это я перейду самое. Bombs in bed. Oh, you messed. Do you earn much money as a professional soldier? I'm not a bombardier. Bad as cousin Ockery. Accept some help, Azungi. Понятно, понятно. Hold together, Marcus. You'll get through this. Just like that. Up you come, Hill. Гарри-гарри, ясно. Я очень огненная женщина. We need you over there. Gods. Rise, Wotelgi. If he's gone without you. А, опять туда забрался, да? Собака. Че, здесь была лестница, правильно? Ай, вот этот чувак тут не это самое. Да блять, куда она полетела-то? Да, конечно, по Falling Behind.
блин. Я не понял. Блять, как прыгать-то? Такое ощущение, что эти ребята уже знают, что делать надо. Почти поймал. Понятно. То есть ребята уже знают, где эти тонкие места, и херачат просто туда по-страшному. Это вообще не так играется, как... Хотя нормально играется, да. Блять, как ты это сделал? Я что, такой жирный, что ли? Нихуя себе. Блять, а как тут спрятаться от героев? Если вы все там в этом сами. Да блять, ты что, не нажал? Enable to spawn. Ну да, так себе, конечно. Что за херня? Давайте другого персонажа, да? Пойдем по дефолту.
Да, мне нравится. Ой, сталкер, да. Будем стрелять много и упорно. Окей, баут. Да, батл визор, да. О, поменяли немножко это самое. А, тут только одна карта будет такая. Потому что они потихонечку будут добавлять все эти. In death, there lies redemption. Give us a hand. Ну, конечно-то поменяли, да, вот это всего. Да, слишком много всяких спецэффектов. Кто? Где? Чики-брики, да? Warrior.
внезапно начинаешь. Виновата все-таки как-то, да? Эй, блин. Расстояние такое большое. Да, темновато, надо поднастроиться. Где кто? Внезапно. Очень быстрая карта получается. Так, блин. Ну то тут я смотрю, несколько раундов будет. То есть здесь такой перерыв, а потом оно пойдет. Дайте мне. А то я ни хрена не вижу. Так. Apply. И звук чуть поменьше. Apply. Музыку тут точно. Да, что там? F1 auto play. Так. Так, 20 секунд до начала. Die, die.
Я хоть покоцал кого-нибудь или так попугал только. Давай, Гаттер Раннер. Так. Ага. Так работает. А, прикольно. Ай, блин, пережал. Прикольно, мне понравилось. Так, пакмастер, давай пакмастером. Так, но все равно мне время для респауна нужно подождать. Сука убила. Огненная тварь. Что? Давайте. Расстреляем вас. Порфайром. Да-да-да. Забили, забили тебя. Так, где тут? Ну, блин. Как тут можно по-другому сделать? Пока не понимаю. О, как. Это было быстро. Ладно. Давай. Крэппи, маги, убейте его. Прошу прощения. Небольшая проблемка. Сейчас придется прощения, небольшая задержка была. Ох, да, давайте, где там надо, что? Блять. С этим самое неудобное, честно говоря, пока что. Да, давайте попробуем еще раз. Come on!
покажись, покажись, покажись. Бляха-муха. Не-не, давай-давай-давай, посмотрим, как оно работает. Пу-пу-пу-пу. Да блин, где эти герои спрятались? Далековато этот. Залез. Да блин! Реально очень неудобно. Гаттеррайнер, конечно, прикольно, но тем не менее. О, у него получилось. Так, ладно, давайте. Fire throw. Да блин, ты клоус. Так, что там у нас? Покмастер, давай. Покмастер. Респаун. Идите, герои-то. Они там, далеко уже. Сверху залезли, блин, зараза. Ай, блин. А, что за нахер? Ну, почти. Да, этому пакмастеру немножко ближе был. А вот еще фига себе. Окей. Извините за то, что я немножко отошел. Но сейчас третью катку, наверное, сделаем. Ночь. Ну, что там, ничего такого. О, с теми же товарищами. Ha!
А, тут тележку надо вести. Внезапно. Да, Вейсталкер самонаводящимися стрелами что-то как-то вообще не к месту. Сейчас никого нет, подозрительно, да? Да, карты сильно поменены, да. Но, блин, я не понимаю, оно как-то спешил его не так уж точно. А, туда? На самом деле очень быстро все делается и... Зараза. Then, Eddie Oswald, make use of what power you have.
Патронов нет, но вы держите. Обычно. Оу-оу. Окейшки, сейчас надо. Кто-то свалил. Испугался. А как-то так. Типа на три штуки получается. На три раунда. И кто выигрывает в конце, если получается. Ну да. Нужно набрать два. Первые два очка забрать. Ну что, прикольно, мне понравилось, как бы. Еще поиграть, конечно, я не понимаю, но работают вот эти вот штуки или не работают. Но, допустим, то, что они поменяли карты, это вполне разумно. А... Но с класса, конечно, явно рассчитано на то, что это будет играться в кооперативе классическом. Ну, с и управляемыми товарищами, а не вот этот вот удаленный. Потому что сейчас, например, вообще не понимаю, как можно играть без дистанционного оружия. Как бы все эти танковые товарищи, которые только милишники, они явно были рассчитаны на то, что ты будешь драться с толпами врагов. А тут... вообще непонятно, как, куда их пристроить, когда у тебя умные соперники, которые будут думать, и которые, ну, толп не так уж много, а зато эти товарищи будут окружать более разумно, а не просто спавниться где-то там. Вот. Так что такие мои мысли, но я еще обязательно поиграю. И мы это увидим, конечно же. Ладушки, время еще есть до 12 числа, так что будем тряхнем стариной. Вспомним, что такое верментит. Ну и локация, конечно, прикольная, новая. Ладно, все, всем спасибо, лайки, подписки, увидимся в этой или в другой игре. А пока заходите на наш дискорд сервера Кооператив Дружбы и Умул Даршн Флит. И давайте. До следующего видео.